тебе, на тебе! А-а-а, Тимоха там тонет! Смотрите, какие волны! Надо воды набрать? Набери! О, сегодня волны! Папа с Тимошей дерутся не на жизнь, а на воду. Кажется, ты чуть намочился! Что ты? Как ты? Расскажи, как семья, как дети, а? Расскажи. Знаешь, планах, все, планах. Ты помнишь, как мы с Марианкой отжигали на твоей свадьбе, помнишь? На столе вот этот танец, ама! Успокойся, в столице есть все. В руке. Нет, ну барахлишка не одолжишься. Ну и пожрать что-нибудь надо. Кто? Ой, заходи, миленький. Здравствуйте, бабушка придет. До свидания. До свидания, миленький. Спасибо. Бабушке привет. О, да. Тебе хлопали. О, вот мой официант подбежал. Спасибо, а как бы, грации. Если что, я снимаю. Кому интересно, 13-й век, очень старая церковь. Что интересно? Ты видишь, какие ходят люди? Интересная шляпа. Почему? Шляпа интересная, получше твоей. Хотел помочь. Придет в Иерусалим с востока. И вся и скажет, да, кто идет в Масора, в одежде червенок, из восточной границы Иерусалима, к Иерусалиму. Понятно? И Иерусалим. Теперь смотрите, у одного из пророков, у Иезекииля, откроется путь. Поскольку Мессия Халим с востока, то соединяете пророчества. Те, кто похоронен на Масличной горе, они должны теоретически первую доску. Вот смотрите. Тут... Смотрите, это мозаика. Мелко-мелко, класс. Сколько трудов было вложено, чтобы сделать вот это изображение. Реактивные! Не, ну! Вы...
полицейским. Я видела плотоядного. А плохо, что ли? Давайте я вызову скорую. Надо. Да я уже вызову. Я сейчас не надо. Да почему же не надо? Потому что не надо. Я просто на поставил время. Сейчас давайте. Какая у вас нога волосатая. Есть проблемки. Ты еще выше не видела. Послушай, красотуля, что думаешь, я действительно полагалась ментойком? Ну да, конечно. Это видно невооруженным глазом, но очки вспотели. Хорошо, что прочитала. Да. Хорошо. Значит, есть шанс. Где мой от кутюр? А, вот. Держись тут. Кто? Алло! Алло! О, Димон, да. Наша группа, она везде, я же понимаю. Ваши группы, они везде. Головы! Так, осторожно. Головы! Хоп. Головы! Головы! Сбегает Александр Анатольевич. Паша, с местными жителями фотографируется. Никому не отказывается. Поехали, снимай, что вы знаете.